Завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом, лучший двор». На конкурсе самые талантливые жители совместно с управляющими компаниями представили 225 дворов из 47 городских округов Подмосковья. Об одном из таких дворов расскажут мои коллеги. Напротив 8-го дома на проспекте Гагарина цветущий оазис. И все это в черте большого города. Так и не скажешь, что 8 лет назад на этом месте вообще не было зелени. В 2014 году жительница дома Елена Гриднева выиграла муниципальный конкурс с проектом «Сквера Полет». На выделенные средства вместе с мужем закупили семена цветов и саженцы кустарников. Сейчас некоторые из них уже доросли до второго этажа жилого дома. Причем мы садим не многолетние, а каждый год. То есть нужно вначале посеять семена, затем их высадить в землю, ухаживать, подкармливать, рыхлить, окучивать. Это очень большой трудоемкий труд. На территории сквера более 500 сортов цветов и 30 видов кустарников. Здесь и лимонное дерево, и персиковое, и ели. Например, одна из них из Выборга. Елена Борисовна привезла ее специально для своего детища. Вот Елена Борисовна выиграла сквер «Полет». И начали облагоустраивать. Я живу здесь 10 лет. И поблизости таких скверов нету. Здесь нам очень нравится. Гуляют дети, мамочки с колясками. Очень здорово. Нам это очень нравится. Теперь для сквера «Полет» необходимы арка с одноименным названием и красивые ограждения, чтобы весь цветущий комплекс выглядел еще краше. Чтобы это было на века, для счастья, для того, чтобы жители чувствовали заботу о них, чтобы они приходили с работы и могли здесь всегда отдохнуть. Сквер, созданный своими руками, не может не радовать. Красивый и уютный, он буквально наполнен добротой и любовью к тому месту, где живешь. И искренне хочется верить, что благодаря именно таким людям, как Елена, наши дворы действительно станут комфортнее и краше. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.